Большинство детей любят лепить из пластилина. Лепка развивает мелкую моторику, а соответственно и речь, а еще воображение и усидчивость. Порой ребенок хочет лепить одну и ту же картинку по много раз. Эта проблема решается легко, просто надо заламинировать несколько картинок. Я заламинировала гриб, солнце, божья коровка. Первая картинка – гриб. Покажите ребенку пластилин белого цвета, брусок. Покажите, как можно отщипнуть кусочек. Не спешите, пусть ребенок пощупает этот пластилинчик, подержит свои ручки, ощутит, какой он. Потом покажите, как можно из этого кусочка скатать шарик на своей ладошке. И этот шарик положить на шляпку гриба. Потом попросите малыша пальчиком придавить. И получается гриб-мухомор. Солнышко. Скажите малышу, что солнышко очень опечалилось, и у него исчезли лучики. Давай поднимем настроение солнышку и сделаем эти лучики сами, чтобы солнышко заново нам светило. Покажите малышу пластилин, брусок пластилина желтого цвета. Отщипните вместе с малышом кусочек. Покажите малышу, как из этого кусочка на своей ладошке можно сделать вот такую длинную палочку, с которой получится лучик. Теперь мы эти лучики вот так ложим. Теперь попросите малыша несколькими пальчиками придавить лучики. Тогда лучики будут хорошо держаться и не отпадут. Божья коровка. Скажите малышу, Божья коровка где-то бежала и потеряла свои пятнышки. Давай же Божьей коровке поможем и сделаем ей новые красивые черные пятнышки. Я думаю, малыш с радостью согласится вам в этом помочь. Покажите малышу пластилин черного цвета. Отщипните вместе кусочек. Скатайте его в своей ладошке. Малышу покажите. Теперь эти черные шарики разложим на спинке у Божьей коровки. Попросите малыша пальчиком придавить. Получаются красивые пятнышки. А еще скажите малышу, что Божьей коровке не хватает две лапки. Давай ей в этом поможем. Вернем ей две лапки, чтобы она очень хорошо и быстро бегала. Мы ложим вот сюда две лапки. Просим малыша, чтобы он пальчиками придавил. Получилась такая Божья коровка. Получились такие замечательные три картинки. В конце занятия обязательно похвалите вашего ребеночка, ведь похвала стимулирует на дальнейшие действия. А такие картинки можно использовать очень много раз, ведь пластилин легко отходит от картинки, от ламината. А остатки пластилина можно убрать влажной салфеткой, либо смыть обычной водой.